Здорово, бандиты, с вами Панда, Бисмастер. Редко вижу рампаги на нем, вообще не люблю, когда Бисмастер в моей команде, потому что обычно в моей команде играют раки, которые с удовольствием фидят птичкой, фидят кабанчиком и фидят некрономиконами. Но этот Бисмастер не из таких, он сдох, но обещал отомстить. И, собственно, мстить за него будут, как вы видите, его некрономиконы, которые легко разваливают вайпера и добивают дохлого кентавра. И вот такая вот хорошая рампага на Бисмастере, на микроконтроле. Следующий наш герой Зевс, все довольно классически, есть рефрешер, есть ульта и, конечно же, есть аганим, который позволит сейчас хорошенько разультоваться. Раз-два, и, собственно, вся команда противника отваливается и отправляется отдыхать в таверну. Неплохая рампага. Герокоптер неплохо попадает ультой, делает 4 фрага и отправляется на поиски пятой сладкой жертвы. А жертва сама уже спешит на битву с герокоптером. Не знаю, зачем Бейн в него выходит вот так соло. Ну, были шансы здесь у Бейна, но, как вы видите, герокоптер 60 хп, но, тем не менее, остался жив. Тимберсоу, красивый мужчина, особенно когда на этом пацане вы собрали Булдстон. С Булдстоном он становится особенно интересным персонажем. И самое время драться. Пила летит в замес, может быть, не очень удачно летит пила, но зато довольно удачно подлетает потом к ней Тимберсоу. Здесь вылезает просто в наглую, вот так вот начинает кастовать Варлок. Не очень я понимаю такую тактику, учитывая, что Тимбер довольно живучий, и Варлоком, ну, довольно сложно им противостоять, Тимберу, конечно. Пудж жрет Тимбера, Тимбер вовремя прожимает обраточку и, собственно, вот так вот режет. Неплохая рампага, неплохая. А вот Порди Овер уже поднадоел, не спорю, но тем не менее пикают, а значит делают на нем рампаги довольно часто. Дуэль Легионки, ульта Омника, Баратрум и вот такая жесткая рампага. Ну, рефрешер, конечно, решает, что тут и говорить. Свен вот так вот в кустах встречается с 4, с 5 и, собственно, разваливает, не напрягаясь. Что у нас дальше? Инвокер с блинком, как я люблю. Фейсбутс, как я тоже люблю. Ну и, собственно, с аганимом, который на инвокера вообще топ-артефакт. Довольно легко разрывает фантом, куда-то вдаль идет Зевс. Выходит на защиту базы своей Undying. В это время Зевс, естественно, ну вот это было очевидно, отваливается. Крутится Джаггернаут. Вот так вот, не напрягаясь, довольно большой урон с руки, да, у инвокера. И он так вот просто даже с руки наносит хорошо. И Shadow Demon подбрасывается и тоже отправляется к своей команде в таверну. Неплохо, но инвокер умирает. ДПшечка сейчас там что-то выкупится, боже мой. Антимаг телепортируется. Ну, когда антимаг нафармил, конечно, ему противостоять довольно сложно. Battle Fury здесь, там Кун какой-то вдаль уходит. Ну, шансов здесь на него довольно немного. Немножко странно улетает из драки антимаг. Пуш хпшечка еще есть, видимо, решил как бы, ну, подсейвиться. Хотя что там, да, в это время клопали. Ну, я не знаю, зачем просто кинул команду, по сути. Не знаю, не очень понял этот мув. Но у Пуджа, конечно, хп много здесь. Никс не очень живучий, аппарат неплохо дает ульту в Пуджа. Тем самым помогая антимагу разобрать жирную тушу. Но у Пуджа, сами видите, хп здесь просто мяса вообще очень много. Но тем не менее, да, получается вот так вот размансить. Во многом благодаря аппарату, но антимаг тем не менее делает свою рампаку, Кунка его подбрасывает, но это уже другая история. Чен, боже ж ты мой! Соберу, говорит, на Чена криты, молнии, дезолятор, и пойду-ка я всех нагибать. Мидас заслуживает, конечно, отдельного внимания. Ну, главное, что дэмэдж, знаете, главное, чтобы дэмэдж был. Собственно, да, уверенно получается у Чена раскладывать. Ну, тут Огр отваливается туда же, абсолютно, инвокер, да, плевал я тебе в лицо, инвокер. Боже мой, отличный Чен, хорошая рампага, действительно приятно. Такие рампаги видите в наших выпусках. Течис готовится к взрыву. Наставил мин и, естественно, бомбанет Магнус. И, собственно, минер сделал свое грязное дело. А свою рампагу, как всегда, можно отправить по ссылке в описании. Спасибо за просмотр и удачи вам.